Меня осеняет. Ко мне откровения идут. С величайшей скоростью. Походу. О, нафига. Даже с глазами что-то. Никогда не видела такого у себя. Походу, я вообще скоро есть не буду. Ну как это так? Как это так? Я только стала мало есть. Как тут же мне текст подлетает? Почему? Током, блядь, я знаю. Ну не током. Система такая, что я сначала ощущаю, потом ко мне приходят объяснения в каком-то материальной форме, не знаю, книжка, там еще там что-то, интернет. Мне объясняются мои ощущения. Я вижу, да. Да, это то. И потом. Этом первом ощущении, что да, это то, в меня вливается новая информация. То есть я открываюсь, да, в меня впичкают еще инфу, может быть, которую я еще не чувствовала. Ну, как бы, а может быть, чувствовала. Ну, короче, знаете, как аванс, короче, такой. Похоже на аванс. Еще узнала, что я Богородица. Я отождествилась с Богородицей и приняла это. Сказала, что да. Я давно еще в Геленджике. Во времена, когда мы переписывались с Мишей, когда он меня спрашивал, почему ты меня поддерживаешь. Я за несколько дней, за пару дней четко ощутила его своим сыном. То есть ощутила себя его матерью. И только сейчас, в конце января, сколько я не читала текст, сколько это у меня все проходило сквозь глаза, сквозь уши. Только сегодня я когда увидела слово «Мать Бога». Иисуса Христа. Там была Богородица, статья «Богородица на новой земле». И я прочитала уже, когда увидела вот это вот «Мать Бога Иисуса Христа», я поняла, что это обо мне, ебать. Я Богородица, это... Ну, в смысле, не я, это вот мой дух, я. То, что на иконе, то, что, ебать, мне поклонялись, то, что, ой, ебать, да. И знаете, это истина. Сразу понимаешь, что да, без сомнения, это просто понимание. И когда я вот прочитала уже оставшиеся строки статьи, я понимала, что вот это мой дух, это написал. Да. Это мои слова. Свои платьишки. А вчера... О, ебать, что вчера было. Вчера у меня такой разговор с подсознанием был. Это, знаете, было похоже на разговор с медиумом. Только уже без медиума я уже сама могла слышать, да? То есть я сначала, короче, я как это объясняю? Я сначала начала рисовать, мне захотелось рисовать. И зашла в какой-то более контакт, так скажем, да? Я и так в основном уже всегда в контакте со своим подсознанием. Всегда живу, как бы вот, всегда хожу с ним.
Но, видимо, там еще больше контакт стал. И пошло, короче, откровение. Разговоры. Вот. Тут у меня вон пачки всякого. Всякого там. Я... Сейчас. Сейчас покажу. Здесь все что-то просто калякнуло. Это все разговор с подсознанием. Ты лжешь, ты лжешь. Ну там, короче, ну давайте покажу. Ты себе боишься. Черное, это, короче, мое, ну, мне мешает жить. А потом, короче, в конце это всегда сливается. Ну, сливается, короче. Береги. Я показываю это все в обратном порядке, как это было. Юмор всегда помогает в общении. И знаешь, такое ощущение, что когда общаешься вот с ними, с духами, а, нет, когда вот общаешься с подсознанием, идет такая грань, что ты общаешься вот с ними, с высшими материями, с глубокими, или вот хуй его знает. Ебать нахуй. Я поняла. Может быть, это не высшие материи, а астральные сущности с низшими вибрациями. Может. Может. Там еще были. Там еще листки начала. Не буду показывать там. Ну, неохота показывать. Там уже что-то разорвала. Вот здесь. Вот здесь уже я продолжила, когда, ну, уже это надоело так. Фишка была в том, что чтобы было явно чувствование, да, я сначала херачила буквы большими, вот на больших, вот этих ватном, да, а потом, когда уже начала, то есть вошла в состояние, ты меня это более спокойно так стала восприниматься, да, более четко, уже можно было писать на бумаге. Я вот уже в конце начала фломастером писать, дальше уже продолжила вот тут вот. Потом, видите, уже этими, уже черным фломастером уже могла писать, потому что я уже отвечала все. То есть уже не путалась, кто там что говорит. А потом, в принципе, да, уже писать как надо, так уже все разберет. Потому что, когда, если не пишешь, да, сначала, то как бы... Как-то это все забуривается в глубине, и ты как-то уже не слышишь. А так более явно получается. Легче, короче, так. Но с опытом это уже не нужно. Так, на начальных стадиях. Все, нафиг. Это у меня было вчера. Сегодня у меня уже на физическом плане начали изменения происходить с отцом.
Я кое-что поняла об отце. Конфликты начали происходить. Такие маленькие конфликты, но очень много значащие для меня. Еще знаете, как это проявляется, когда ты ходишь с подсознанием? Когда у тебя сознание соединяется с подсознанием, да, как единое целое становится. Целостность становится. Это когда ты начинаешь видеть структуру всех окружающих тебя вещей. Ну, я пока всех не вижу, конечно, я только отдельных каких-то событий вижу. Вот когда я увижу все, это будет полностью, так скажем, соединение с подсознанием. А так я вижу, например, я вот когда вчера рисовала, вот баночки с гуашью, я одну баночку взяла, открыла, мазнула, помазюкала, потом как бы закрыла эту баночку, оставила. И у меня процесс получался открываю, закрываю баночки. Потом я подумала, так, нахуй, зачем я это делаю? Я же рисую. Нахуй я закрываю баночкой, если через минуту я ее снова открою. И только, короче, ты замечаешь это событие, сразу понимаешь, почему ты это делаешь. Все глубины, вытаскиваешь причину, и все. И все, в смысле, сила теряется. Все, пойду дальше просвещаться. Там у меня... Мне пиздец. У меня такая инфа. Сейчас мне такую инфу открыли. Ебануться. Мне столько инфы открыли. Ох, ебануться. Просто это очень много значит. Значит, я прогрессирую. Угу. Двигаюсь. Да. Еще, кстати говоря, было сказано, что есть сущности, которые происходят эволюцию в ускоренном темпе. Я себя отношу к этим сущностям. И которые это будут первородцы, первенцы, которые поведут всех на этой земле. Ну, я вот себя к ним и отношу. Знаете, вот как то, что мы поведем эту землю, да? Там я себе ставила на первые ряды. То сейчас, когда мне открылась новая инфа, структуры, как вот там все. Ебанись, как там. Еще, по-моему, больше, еще больше, чем это. Всегда все происходит больше, чем я думаю. Всегда. Всегда происходит еще круче, чем я думаю. Еще круче, ебать, еще лучше. Так что моя фантазия крутая, но реальность еще круче. Я только задаю направление. Там ебанись, черт сворачивай. Да, все, что я думала, все подтверждается. Ну вот, блядь, насчет иерархии, то, что я там на самом верху, в конце концов, я вот, блядь, этого не могу себе позволить. Может быть, я еще не осознавалась, то, что я ебанись такая сильная. Я, конечно, хочу, но пока не дерзну, так сказать. Потому что я пока действительно не ощутила вот той силы, которую должна ощущать вот та верхушка. Но мой вектор туда. Я думаю, я ощущу это. А когда я это ощущу, мне откроется еще ебанись дальше инфа. То, что а там-то ебать не конец, нахуй. Ты, блядь, не на верхушке опять. Ты опять где-то ебать внизу. Там дальше еще опять ебанись. Слушай. А не ловушка ли это? Бесконечная. Может, нахуй не существует никаких иерархий? Мир-то замкнут.
замкнут. Ну-ка нахуй. Или нет? Короче, надо подумать.